сегодняшний выпуск рубрики «Новая я» мы решили сделать не совсем обычным. И для нашей следующей участницы, нашей коллеги Верочки, мы решили подобрать образ дамы из 40-х годов. Вера работает на нашей телекомпании специалистом по связям с общественностью. В канун Дня Великой Победы мы решили воссоздать образ женщины тех лет. Сильной, смелой, верной и вместе с тем женственной. И как нам показалось, эта роль очень подходит для нашей Веры. Мне очень приятно, что именно мне выпала такая честь накануне Дня Победы. Воплотить образ женщины 40-х годов. День Победы, я думаю, не только мой самый любимый праздник, но и миллионов россиян. Хотя, конечно, со слезами на глазах, но мы его всегда все очень ждем и любим. В создании образа, как всегда, нам помогли специалисты салона красоты «Стилиссимо». Мне очень понравился образ, который сегодня воссоздали специалисты этого салона. Он мне очень идет. Большое спасибо, я получила настоящее удовольствие. Военное время значительно повлияло на моду и стиль 40-х годов 20 века. В моду вошел военный стиль. Характерная черта этого стиля – простота, прямой четкий силуэт и широкие сильные плечи. В тканях – господство цвета хаки, неброского темно-серого, ткани в мелкий цветочек и большие полосатые банты на одежде. А еще в начале 40-х годов в сумочке каждой модницы появилась губная помада. Она стала многообразной по цветам и насыщенности. Солнце нежно с морем прощалось, в этот час ты призналась, что нет любви. Мне немного взгрустнуло, без тоски, без печали, в этот час прозвучали. Теперь, когда образ полностью завершен, я себя реально ощутила жительницей 40-х годов. Я недавно смотрела фотографии своей бабушки и очень много схожего с ее образом, когда она была молодой. Это и прическа, и макияж, и стиль одежды. В принципе, я себя вот ощутила как раз жительницей 40-х годов. Мне очень понравилось это. Стать участницей рубрики «Новая я» может каждая из вас. Ваши заявки и предложения мы ждем на нашем сайте tvtambov.ru на ветке программы «Женская среда», а также по телефону 56 46 49.